Уважаемые гости и жители Камчатского края, в очередной раз приглашаю вас 9 сентября в 14:00 в этнодеревню, где пройдет Камчатский краевой фестиваль, посвященный Дню Сокола. Там вы сможете увидеть живых птиц, научиться отличать камчатского кречета от, допустим, ястреба тетеревятника. Большое количество активности будет посвящено самым маленьким жителям края. Ими будут заниматься специальные аниматоры, увлекать их интерактивными играми и так далее. Соответственно, взрослым жителям биологи, орнитологи могут рассказать о биологии этих птиц. Ну и можно будет увидеть очень много интересного. И завершится этот наш фестиваль концертом этнической музыки. Приглашаю всех на наш праздник.